Житель Самары Валентина Мельничук на профосмотры к онкологу ходит каждые полгода. Говорит, ей важно следить за своим здоровьем. В этот раз она попала на прием к московскому специалисту. Это стало возможным благодаря всероссийской акции «Онкопатруль». Предупрежден, значит вооружен. Значит, на малой стадии это можно все ухватить и вылечиться, естественно. Профосмотр прошли 200 сотрудников РКЦ «Прогресс». Акцию организовали федеральные госструктуры при поддержке областного правительства. Такие же осмотры прошли еще в 6 российских городах. Все это необходимо для диагностики рака на ранних стадиях, что существенно повышает шансы победить болезнь. Именно эта акция, когда привлекаются федеральные специалисты, позволяет нам не только провести скрининговые исследования и заподозрить онкологическое заболевание, но уже и более детально провести осмотр и исследование группы пациентов, у кого есть подозрения. Мне очень понравился уровень, то есть высокий профессионализм докторов. Доктора принимают большое количество пациентов, естественно, соблюдаются все клинические рекомендации. Московские специалисты поучаствовали также и в форуме «Новые технологии в онкологии». Здесь медики обменялись современными методиками профилактики, диагностики и лечения рака. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.